Всем привет! Вы смотрите проект Fusion 365. Сегодня в выпуске мы поговорим про самопересечение поверхностей. Изначально этот вопрос возник на канале, в комментариях, в ходе обсуждения результатов работы команды SWIP с одним из подписчиков. Мы заметили, что в каких-то случаях самопересечения допускаются, если мы делаем SWIP вот по такой траектории, а в каких-то случаях нет. В каких-то случаях это не работает, выдается ошибка. Я разобрался, в чем дело. Сейчас готов вам рассказать, так как мы заметили эту ошибку именно на свипе, то я буду пользоваться, ну не совсем свипом, я буду пользоваться пайпом, как неким аналогом. Вот посмотрите, сейчас вылезла подсказка, там я рассказываю про пайп. В двух словах, это то же самое, что свип, такой же математический аппарат, но только с заранее предустановленным набором профилей, которые вы можете использовать. Итак, начнем. Берем пайп, берем вот эту траекторию и получаем ошибку. The body would intersect itself. То есть тело самопересекается. И поэтому мы не можем это сделать, дорогой друг, не могем, прости. А вот в этом случае, если мы берем пайп, то все прекрасно получается. Все работает. Изумительно. Никаких вопросов. Итак, в чем же разница? И в чем, почему в одном случае работает, в другом нет. Разница в том, какую линию мы используем в качестве траектории для использования свипа или пайп. Вот в данном случае, когда все срабатывает, линия состоит из нескольких сегментов. Каждый сегмент – это дуга. Ну, в данном случае она рисовалась при помощи линии, но неважно. То есть это дуга, это вот линия, затем точка. Затем следующий сегмент, опять точка, следующий сегмент, точка и так далее. Между точками установлена зависимость. Так, здесь мы сделаем что? Мы сделаем tangent. Почему он куда-то делся? Что за точка вообще? А, это вообще не имеет отношения. Все. Здесь, еще раз, линия состоит из нескольких сегментов, каждый из которых отдельная дуга. Поэтому... Когда мы используем эту линию в качестве траектории, мы можем выбирать каждый отдельный сегмент. И каждый сегмент генерирует отдельную грань. Вот если мы выбираем их по одному, когда отключаем галочку Chain Selection, мы можем выбирать их по отдельности. Вы видите, что каждая дуга генерирует одну грань после использования в команде pipe. Соответственно, здесь самопересечение возникает между двумя разными гранями. Это фьюженом нормально отрабатывается с точки зрения математики. И здесь все происходит прекрасно. Здесь у нас в качестве траектории используется сплайн. Сплайн – это такая штука, достаточно сложная. И как бы, особенность сплайна в том, что он един. Вот это один сплайн. Точки промежуточные – это контрольные точки, которые управляют положением сплайна, но они не разделяют его на отдельные сегменты. Сплайн, он вот начинается вот отсюда и заканчивается здесь. Поэтому в команде pipe мы можем выбрать его только целиком. Вот сейчас я покажу. Chain Selection у меня выключен. И я не могу выбрать кусочек сплайна до контрольной точки. Я могу выбрать только сплайн в общем. И, соответственно, получается так, что грань пересекает саму себя. А вот это уже Fusion позволить не может и выдает нам ошибку. То есть, как бы, мы теперь понимаем, в чем дело, и можем с этим как-то справиться. Нам нужно сделать так, чтобы вот этот кусочек сплайна и вот этот кусочек сплайна генерировали разные грани. То есть, это должны быть два разных сплайна. Что мы можем с этим сделать? Как мы можем это сделать? Ну, во-первых, сплайны во Fusion достаточно такие простенькие. То есть функция разбить сплайн, разделить один сплайн на два, здесь нету. Я не знаю почему. Есть функция break, но со сплайном она тоже не работает. Если мы применим, то просто весь сплайн пропадет. Можете попробовать у себя. Единственное, что мы можем сделать, это мы можем удалить часть сплайна. Я вот удаляю контрольную точку концевую. И затем еще раз беру сплайн и дорисовываю сплайн
вот здесь вот. Рисую новый сплайн. Затем я могу его подстыковать к предыдущему при помощи зависимостей tangent или curvature. Tangent создаст непрерывность типа G1, а curvature создаст непрерывность типа G2, то есть непрерывную кривизну. Вот мы сейчас это сделали, получили нечто. Вы видите, что все это вот совсем не то же самое, что и один большой красивый сплайн. Но тем не менее, все, что у нас есть. Теперь в команде pipe мы можем выбирать вот эти кусочки по отдельности. Вот один кусочек. И сейчас мы выберем другой. Они самопересекаются, и никаких ошибок при этом не возникает. То есть задача вроде как решена. Но посмотрите, в чем разница. Пересечение двух граней не сгенерировало новые ребра. То есть вот линия пересечения Fusion не сделал. Я опять же не знаю почему. Видимо, математический аппарат сплайнов или команды sweep таков, что он не может это сделать. В случае с дугами все прекрасно отрабатывается, и мы получаем здесь вот ребра. А ребра, это значит, мы их можем использовать, например, вот так вот. Я могу скруглить это, если мне понадобится. А в случае с вот этой ситуацией я это сделать не могу, потому что ребра нет, значит, скруглять нечего. Какая может быть рекомендация, исходя из этого всего? Не используйте сплайны. Если вы можете обойтись обычными дугами, постарайтесь это сделать. Обычные дуги – это гораздо проще, гораздо надежнее и гораздо, ну, скажем так, понятнее с точки зрения всех инструментов Fusion. Сплайны – достаточно своеобразная штука. Если вы хотите узнать больше про вот эти вот внутренности и особенности внутренней обработки различных линий и поверхностей, смотрите плейлист «Теория». Там я иногда рассказываю про эти штуки. Спасибо за просмотр. Если информация полезна, то палец вверх. Вопросы в комментарии. И до новых встреч на канале. Пока-пока.